События, которые прошли, но, возможно, остались вами незамеченными. В эфире программа «Твой островец» и ее ведущий Дмитрий Королевич. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Милый и родный Кут, жители Михальшек торжественно и празднично отметили День деревни. Спорт равных возможностей, активисты районной организации Белорусского общества инвалидов встретились на турнире памяти Юрия Ждановича. Поймать удачу на Яновском водохранилище прошел межрайонный турнир по спортивному лову рыбы фидером. Проект «Земляки. Продолжение». Знакомимся с отличником учебы Владиславом Василевским. Первая футбольная лига. ФК «Островец» дома сыграл в ничью с Нивой из Долбизна. Происшествие недели в рубрике «Не повторять опасно». У Михалішках отзначили День вёскі. Звичайно, жыхары гэтага населенага пункта святкавалі на пляцоўцы каля берага Вілі, аднак ужо шмат гадоў урачыстасць ладзілі ў клубе. Сёлета вырашылі аднавіць добрую традыцыю. Як прайшло свята «Квітней, мая Беларусь», глядзіце ў нашым сюжэце. Урачыстасць у Михалішках прымеркавалі да Дня Незалежнасці. Яшчэ адной нагодай стала вызваленне аграгарадка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Справа ў тым, што ў далёкім 1944 годзе Михалішкі былі вызвалены на наступны дзень пасля Астраўца, 4 ліпеня. Гісторыя захавала звесткі пра кровавыя баі і пасляваеннае аднаўленне інфраструктуры. Помняць пра гэта і сённяшнія нашчадкі і ўшаноўваюць тых, хто падарыў ім мір і спакой. У аграгарадку ўстаноўлены помнік тым, хто ваяваў вялікую айчынную, памятныя знакі загінулым лётчыкам і авіятэхнікам пастаўскай авіяцыйнай школы і ахвярам халакосту. Таму і праз сцэнарый прайшлі песні і танцы пра вайну. Такія праздники, они объединяют народ, они объединяют жителей населённого пункта. А учитывая, что у нас совпадает день освобождения Беларуси и фактически день освобождения нашего населенного пункта, то это очень хорошо, что вот возобновили именно здесь, на этой площадке, проведение таких праздников. И я думаю, что если это будет продолжаться и станет традицией, то это очень хорошо, это воспитывает молодое поколение в духе любви к своей родине, в духе патриотизма. Что до свята, то сёлета яно набыло небывалый масштаб. Людей собралось шмат, и хутка установленных лавочек стало не хапать. Да гэта не напалохало вяскоўцаў, многие размясціліся на покрывалах просто на траве. Святу спрыяло нават на дворе, яркая сонейка вабіла вяскоўцаў на поляну каля ракі. У нас стало доброй традицией проводить в рамках праздника ко Дню независимости чествование жителей нашего агрогородка. И вот как-то лет, наверное, 8 уже мы на этой летней площадке не проводили ничего. И в этом году мы решили возобновить наши старые традиции. Спасибо организациям, которые нам помогли. Это лесничество, это СУП Михалишки, какую-то часть, как бы долю, тоже вклад есть в проведение праздника. Это хотелось бы отдельное спасибо сказать и работникам Михальшковской средней школы за огромную помощь. Такие праздники, я считаю, что проводить нужно. Во-первых, это всегда общение. Это всегда встреча с какими-то новыми друзьями, знакомыми, где можно поговорить, послушать, посмотреть концерт, пообщаться. Для детей это тоже развлечение, горки, сладкая вата, попкорн. Настроение хорошее. Мы немножечко переживали, соберутся ли люди сюда, потому что много лет как бы тут ничего не было. Но вот по зрителям смотрим, что да. Я думаю, что все получится. И все саправды атрымалося. На сцене разгорнулося прыгожае дзейства. Песни про родную Украину, патриотизм, войну, якая покалечила лёсы людей. А так само танцы никого не покинули равнодушным. На ура зайшло и выступление народного ансамбля народной песни «Світанок». Артистов узнагородили бурными аплодисментами. Поставили михалішковцы и каску про свою вёску, чем порадовали яе жыхароў. 80 лет свободы, голубого неба, солнца, природы. Свято продолжилось ушанованием самых сталых и самого маленького жыхара Михалішек, а так само семейных пар, которые живут разом 50 и 60 годов. Віншаванні и привітанні вяскоўцам адрасовали представники мясцовой улады БРСМ, Беларусь и Белорусский союз жанчын. Песни вяскоўцам подарили добра вядомые и любимые островецкие артисты. Удельниками концерта стали и мясцовые жыхары. Словом, свято прошло на уздыме, и верится старая добрая традиция ладить его на березе Вілі и продолжится. Очень нравится. А что нравится больше? Ну, весело очень, интересно, красиво. Красиво выступает. А вы живете в Михалишках? Я живу в Сморгоне. А
А мы же вам обратно приехали в деревню. Куда приехали? В Михайлишке. А чем ты занимаетесь? Играем в деревне. Сейчас сидим, смотрим концерт. Мы играем на батуте, прыгаем, на качелях катаемся. Очень добрый, красивый, погода хорошая, мы такие довольные. Все прекрасно, лепше может быть. Очень, очень хорошо, мы довольны, что нам такие праздник устроили. А что, очень. Может, еще что-нибудь хотелось, чтобы еще лучше? Ну, мне кажется, все хорошо здесь. И погода, и люди довольные все. Такие праздники у нас были давно, просто потом немножко подзабыли. Сейчас мы возобновляем традиции. Народу нравится, у нас есть гости, приезжают. Поэтому весело, красиво. А лучше вот проводить на улице или запустить? Ну, лучше, конечно, на улице. Мы раньше проводили там около клуба. А сейчас здесь, поэтому весело, красиво. Природа вокруг. Время, когда рыбалка становится спортом. В воскресенье под Островцом прошел уже традиционный турнир по лову рыбы с берега под названием «Северный вектор». Кому клюнула в этот раз удача, узнала наша съемочная группа. Турнир межрайонный, значит, открытый. Удочки в этот раз забросило почти два десятка рыбаков, островчане и сморгонцы. Для этого берег Яновского водохранилища поделили на участки. Соревновались в двух секторах. Главное правило – ловить разрешено исключительно фидером. Спортивная составляющая – это темп лова рыбы за определенное время. А если быть точным, на рыбалку отвели ровно 5 часов. В подходе же к делу никаких ограничений. Выбор приманок и снастей, виды и количество удилищ – каждый сам решал, как подсечь удачу. И, к слову говоря, все участники основательно нацелились на результат. В арсенале рыбаков, спортсменов целый чемодан снаряжения. Но самое важное, это, конечно, опыт. Даже быстро и правильно насадить на крючок мотыля, а на турнире время улов, нужны годы тренировок. А еще в спортивной рыбной ловле немалую роль играет правильно выбранная тактика. Кто-то охотился на крупную рыбешку, кто-то делал ставку на все, что клюет. Кстати, даже малек в 50 граммов может помочь достичь высокого результата. А еще это шанс победить в отдельной номинации на количество пойманных рыб. К слову говоря, клевала на ГЭСе в эти выходные неплохо. В большинстве, конечно, всякая мелочь, плотва, карасики, лещи и окуньки, но были довольно завидные своим размером экземпляры. По условиям, абсолютно вся рыба после завершения соревнований сразу же возвращалась в водоем по принципу «поймал-отпустил». Но прежде результат вносили в турнирную ведомость посредством традиционного взвешивания. Кроме общей массы добытого, улов считали поштучно, внимание уделяли и самой крупной рыбе. Это, собственно, основные номинации турнира. После подведения итогов наградили сначала тройку лидеров в каждом секторе, затем в абсолютном зачете. В итоге на бронзу нарыбачил островчанин Дмитрий Качан. Второе место и в придачу самое большое количество пойманных рыб – 142 штуки у сморгонца Юрия Малышка. Неоспоримым чемпионом «Северного вектора» стал Владислав Монец с общим уловом 3 килограмма 545 граммов. Заранее изучив условия рельефа, глубину воды и видовое разнообразие рыбы, рыбак со сморгони сделал ставку на снасти. Вчера поехал потренироваться, попробовал. Ну, то есть, вчера мне, если бы не вчерашний день, то первое место вряд ли бы взял. Так а вот что дало тебе, как рыбаку, вчерашний день? Ты что понял? Как понял, вот, что ну, берет или что? Понял, что на мотыля нет смысла ловить, она клюет также на опарыша. На мотыля это, ну, получается, мороки много. Постоянно сбивает мотыля. А опарыша отдел. На опарыша я ловил сегодня по 4-5 рыб. Плюс мотыля, наверное, сложнее, время теряется. Ну, да, да, там каждая секунда на счет идет. Мотыля дольше одевать, а опарыша одел и все. Вообще, в рыбалке сколько лет и почему вот выбрал это? По-любому, был момент, когда ты понял, что это твое? Ну, с самого детства я с дедом, получается, с дедом ездил. Первый раз, наверное, в 4 года он меня с собой взял. Потом в 7 лет поехал, вообще провалились на рыбалке под лед. Поехал с ним на зимнюю. Да, опыт дорогого стоит. Так или иначе, все начинали знакомство с рыбалкой, которая спустя годы превратилась в настоящее хобби и даже спорт. С детства с удочкой и Константин Воробьев. На турнире островецкий рыбак поймал самую крупную рыбу, почти килограммового леща. Отец заядлый рыбак, постоянно брал с собой. Ездили, ловили. А какая любимая рыбалка? Речная. Речная. Речная рыбалка, да, любимая река Днепр. Любимый вид рыбы – это лещ, который мне сегодня принес Big Fish номинации. Вот. А вообще, самый большой улов? Самый большой улов по крупной рыбе – это лещ на 4 килограмма. Как соревнования вообще в целом вот эти интересные?
стеной замечательные. Спонсорам большое огромное спасибо и ребятам за участие. Победители и призеры получили памятные кубки, грамоты, медали и ценные призы от организаторов ФСК «АЭС-Вода» и спонсоров рыболовных магазинов. Турнир по спортивному лову рыбы уже стал популярной традицией в Атомном регионе. Проводится в двух видах – ловля фидером и на мормышку. А значит, до встречи на льду, товарищи рыбаки! Показали характер и сплоченность людей с инвалидностью, проживающих в Островецком районе, собрала «Спартакиада». Подробности в сюжете. Соревновались люди с ограниченными возможностями, но безграничной жизнерадостностью и силой воли в Гудагае 8 июля. Это не разовое мероприятие, а турнир памяти. В этот день ушел из жизни Юрий Жданович, один из руководителей районной организации Белорусского общества инвалидов. На торжественном открытии с теплотой вспомнили знаменитого земляка и его заслуги в непростой деятельности, вовлечении особенных людей в социум. В знак благодарности все те, кто помнит Юрия Иосифовича как доброго и заботливого человека, вышли на старты. При поддержке физкультурно-спортивного клуба для участников подготовили насыщенную и интересную конкурсную программу. Более десятка спортсменов, слабослышащие, колясочники, люди с проблемами опорно-двигательного аппарата и особенностями психофизического развития боролись за награды в таких дисциплинах, как дартс и броски в баскетбольные кольца, пробивали пенальти, забрасывали мячи в корзины и играли в городки. Призеры во всех видах получили памятные медали и ценные подарки. Однако главное – это, конечно, эмоции, общение и движение. По словам организаторов соревнований, это не столько борьба за место на пьедестале, сколько форум друзей, объединенных важным поводом. Сегодня мы собрались здесь, в нашем замечательном месте, уютном, чтобы провести спортивное мероприятие «Спорт равных возможностей», где смогли участвовать инвалиды всех категорий заболеваний, независимо от возраста и степени подвижности. Мероприятие приурочено созданию Белорусского общества инвалидов 8 июля 1988 года и в память бывшего председателя Островецкой районной организации Жданоча Юрия Иосифовича. Благодарю всех собравшихся на мероприятии. Национальный банк Республики Беларусь и Ассоциация белорусских банков предупреждают об участившихся случаях телефонного мошенничества. Вас беспокоит из банка. Деньги на вашем счету под угрозой. Что мне делать? Сейчас пришлю ссылку. Нужно установить на телефон программу, которая обезопасит ваши деньги. Это мошенники, а по ссылке вредоносные программы удаленного доступа, с помощью которых они похищают деньги с банковских счетов. Не устанавливайте никаких приложений и программ по просьбе лиц, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и других учреждений. Будьте бдительны, берегите себя и свои деньги. Эти люди – наши земляки. С кем-то мы родились в одном краю, другие приехали на Островечину, и за несколько десятков лет она стала для них второй малой родиной. В новом проекте под названием «Земляки» мы продолжаем рассказ о тех, кто своим трудом носит вклад в развитие района и страны. Владислав Василевский делает это со школы. Познакомилась с героем Ангелина Миклис. Вчерашний школьник, олимпиадник, медалист Владислав Василевский до сих пор не может поверить, что 11 лет школы уже позади. А впереди взрослая, ответственная, наполненная планами и мечтами жизнь. И если раньше Влада называли отличником, то теперь стобальником. А все потому, что он единственный в Островецком районе получил максимальный результат на централизованном тестировании по физике. Сейчас я даже не знаю, состояние такое вот прям свобода чувствуется наконец-то. Прошли вот эти 11 лет учебы, я чувствую себя максимально прекрасно из-за этого. Естественно, немного грустно, что там школа закончилась, я уже как-то привык к этой всей школьной жизни, и сложно даже представить, как жизнь может выглядеть иначе. Кроме 100 баллов по физике, в копилке у Владислава 96 баллов по русскому языку и 83 по математике. Поэтому в будущее молодой человек смотрит решительно и собирается двигаться по чутко выстроенному плану. Поступать планирует БГУИР на программиста. Сейчас перед учебой я бы сказал, у меня я думал, может быть, у меня будет какое-то нежелание, страх, но, в принципе, пока что у меня такое вот воодушевление, можно сказать. То есть это новое знакомство, в принципе, новая атмосфера, новая жизнь, поэтому пока что, я настроен решительно, мне кажется, и вуз, в принципе, хочется поступить, поэтому даже то, что уже первый месяц лета, можно сказать, прошел, это меня как-то не особо расстраивает, потому что я думаю, что в вузе, тем не менее, будет неплохо. Очевидно,
Видно, что 100 баллов на централизованном тестировании – это результат, достигнутый благодаря симбиозу таланта и усердия. Ведь ни один талантливый человек не сможет показать высокий результат без прикладывания максимум усилий. Учебу Влад всегда рассматривает не как обузу, а как расширение своего кругозора и личностный рост. Правда, физику как главный предмет выбрал абсолютно случайно. Мне кажется, все началось еще, может, в классе каком-нибудь 5-6, я точно не помню, когда я прошел на районные олимпиады по 3 предметам. Это были максимально разрозненные предметы – математика, биология и русский язык. И они все проходили в один день, и мне надо было выбрать один из 3 предметов. Мне кажется, это было как будто бы день, который выбирал всю мою дальнейшую жизнь. Буду я филологом, биологом или физматом. Все-таки сейчас, ну вот как видно, я выбрал тогда в тот день математику. Вот, и в принципе я решил, что хочу быть программистом. Наверное, еще даже с самого раннего детства знал, что я хочу какую-то такую вот IT-специальность. Вот, и после этого я начал углубленно заниматься математикой. В принципе, довольно часто вот на олимпиады по математике ходил, и это было моим любимым предметом. Физикой я особо не занимался, потому что изначально она мне давалась даже немного с трудом. И самое страшное для меня было, в принципе, перед экзаменами, это непосредственно физика. Поэтому я и выбрал сдавать ЦТ по физике, чтобы было немного больше времени подготовиться. Ну и вот в 10 классе я как-то больше взялся за физику, уже начал ее немного учить. И можно сказать, вот прям такая серьезная, глубинная подготовка пошла с класса 11. Весь 11 класс я большую часть времени из подготовки к экзаменам уделял вот непосредственно физике, решал ее почти каждый день, нарешивал довольно много заданий. И мне кажется, вот этот изначальный страх перед физикой сыграл свою роль. Изначально, когда я, в принципе, думал, какие у меня будут баллы, я думал, что у меня будет 100 по математике, а 80 по физике. Но реальность оказалась такой, что все получилось с точностью наоборот. Сегодня Владиславом гордятся не только близкие, но и вся школа. Особенно его учитель по физике Галина Викторовна Внукович, которая вместе со школьником прошла этот долгий и тернистый путь подготовки к сдаче экзамена. Наиболее себя проявил Влад именно в турнирах юных физиков. Это такое необычное, ну, в общем-то, испытание, можно сказать, для старшеклассников, где задача экспериментальная, ее никто не знает, как решить. В интернете есть масса решений, и все они, как правило, не совпадают с тем, что нужно. И фактически с Пометько Денисом, который тоже одноклассник, тоже который, ну, друг, будем говорить, Влада, и наш известный ученик, они полностью вытянули этот физбой или турнир юных физиков на области. Мы были в финале, мы шли на первое место, но там немного не хватило, и мы вторые. Он где-то осторожный, где-то смелый, а где-то себя может преодолеть и пойти вот на такие, ну, рисковые, можно сказать, действия. Я скажу правду, то есть я всегда накануне ЦТ, ЦЭ, у меня есть книжечка специальная, тетрадочка, вернее, я туда записываю все баллы тот, кто что получит. И потом, вот в этом году, например, и плюс-минус три туда балла, это уже как бы тоже вероятность большая, что я угадала. В этом году я 100% угадала у 5 учеников, а я записала всех, и я угадала очень многих. У Влада я поставила 100 баллов Пометько Денису. Он, конечно, тоже очень претендент, я о нем хочу сказать. У него 98 баллов, он у нас самый лидер по сумме баллов в гимназии. Владу я поставила 97, с тем, что он ошибется, наверное, в какой-то одной задаче. Но так сложилось в этом году, вот что самое главное надо сказать, что задачи были его. То есть я знаю до сих пор, какие задачи немножко вызывают у него затруднения. А вот это ЦТ этого года, оно было не похоже на эти, которые говорят первые три. Смотрите, они очень похожи. Нет, оно было не очень похоже. Вот. Но тем не менее, темы повторялись, и задачи были вот как раз под него. Свободное время, как и положено будущему программисту, Владислав проводит за компьютером. Интерес к программированию разделяют и друзья Влада. Один из них, Денис Пометько, собирается поступать вместе с другом в тот же вуз, на тот же факультет. Он очень общительный, очень такой вот прям активный. Часто вот иногда уже даже задаешься вопросом, как у него хватает сил там участвовать везде. Ну вот то, что за его вот эту активность, ну он очень такой добрый тоже и отзывчивый, вот это тоже в нем хорошее качество. То есть как только нужна помощь, он моментально чуть ли не идет. Влад очень целеустремленный человек, он весь учебный год старался, ходил на олимпиады по физике и не только по физике, занимал там места
такие почетные. Ну и вообще хороший человек. Когда многие поступают в ГУИР и говорят, что вот я иду в ГУИР, хочу быть программистом, то многие неосознанно думают, что программист – это там деньги большие и все остальное там приложится. Влад идет туда осознанно. Он действительно понимает уже очень много в программах компьютерных. Я у него много раз советовалась. Он знает, на каком уровне я нахожусь. Я не скрываю этого. Я у него очень часто спрашивала все, что мне нужно, если что-то нужно в этом направлении. Поэтому он будет там очень успешным студентом, я надеюсь. И он не остановится на том, что ему вот только будет по учебе будут предлагать. Он все равно пойдет дальше. Он найдет что-то такое, где ему будет интересно. В ближайших планах Влада покорение белорусской столицы. Но вариант вернуться в Островец, как и его друзья, парень не исключает. И с гордостью уже теперь всем говорит, что он родом из Островца. Изначально мне казалось, что, может быть, это не так хорошо, потому что раньше люди в Островце все, можно сказать, друг друга знали. То есть город был прям такой вот дружный-дружный. А за последние годы город вот прям страшно быстро разросся. Очень много новых людей сюда приехало. Но также это и повлияло на то, что образование в нашем городе стало намного лучше. В нашем городе теперь хотя бы есть куда сходить. У нас даже торговый центр появился. И мне кажется, что в долгосрочной перспективе это идет нашему городу только на пользу. И мне очень нравится, что наш город так разросся. И мне действительно приятно говорить людям, что я из Островца. И ну, вот если люди из других городов, они сразу узнают, что это за город, потому что наш город стал, мне кажется, в Беларуси одним из самых популярных городов после Минска. Является ли максимальный результат на ЦТ гарантией успеха в будущем, покажет время. А пока у Влада только начинается самостоятельная взрослая жизнь. И все самое лучшее, конечно, впереди. Ну а мы в очередной раз убедились, что наша островичина богата не только достопримечательностями и красивыми местами. Главное наше богатство – умные, талантливые земляки. И кто знает, может через несколько лет свою малую родину Владислав прославит на всю страну, а может и на весь мир. Перестрелка на футбольном поле. В 14-м туре первой лиги ФК «Островец» и «Нива» из Долбизна провели красивый и результативный матч. Все голы в нашем видеообзоре. Матч состоялся во воскресенье на поле зелено-белых. Это, конечно, принято считать преимуществом, и в нем определенно нуждалась наша команда. У Нивы в этом сезоне амбиции чемпионские. Футболисты из Долбизна идут на втором месте, и в Островец приехали явно побеждать. Впрочем, хозяева гостям эти планы поначалу сильно подпортили. Счет в пользу островчан открылся на 14-й минуте, отличился нападающий Владислав Яцкевич. А уже на 21-й минуте нападающий Артем Дроздович преимущество удвоил. Но, как говорится, недолго музыка играла. На 34-й минуте Нива отставание сократила, гол забил защитник Виталий Щерба. А в самом конце первого тайма нападающий Павел Пампуха сравнял счет. Во втором отрезке матча отыгрываться приходилось уже хозяевам. На 62-й минуте 2-3 на табло сделал полузащитник Дмитрий Федорцов. Но зелено-белые смогли реабилитироваться. Дублем отметился Владислав Яцкевич, и того боевая ничья. Игра получилась, конечно, красивой, но драматичной. Уходить от поражения, поначалу ведя со счетом 2-0, обидный результат. В следующем туре подопечных Юрия Каратая ждет выездная игра с витебским Макслайном. На данный момент команда удерживает 9-ю позицию. С большим запасом лидирует Молодечно, Нива на втором месте. Замыкает тройку Пинская волна. Далее к происшествиям недели. Возможный удар молнии привел к пожару хозпостройки в агрогородке Подольцы. Подробности в рубрике «Не повторять опасно». ЧП произошло в воскресенье вечером. Спасателей вызвал хозяин строения. По предварительной версии, причиной возгорания стал грозовой разряд. Пострадавших нет. В результате пожара полностью сгорела кровля сарая. Повреждено перекрытие, обгорели стены и имущество. Чтобы не стать героем сводок МЧС, соблюдайте правила безопасности. Будьте предельно осторожны в обращении с огнем, содержите в исправности печное отопление и не перегружайте электросеть. В случае пожара вызывайте спасателей по номерам 101 или 112. Мы не сможем угостить вас парным молоком вместо вашей бабушки.
МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы. Наведите порядок на участке. На сегодня это главное, о чем стоило рассказать и что обсудить. Напоминаем, что программу «Твой Островец» можно также посмотреть на сайте газеты «Островец.бай». Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Островецкая правда» и на официальные аккаунты районки в Фейсбуке, Одноклассниках, Инстаграме, ВКонтакте и других соцсетях и мессенджерах. До встречи через неделю. Всего доброго.